Отправляясь по трассе М4 Дон в сторону Сочи, не забудьте посетить Задонский Богородицкий мужской монастырь, который был основан в 17 веке. Его основали два благочестивых старца схиномонаха Сретенского монастыря – Кирилл и Герасим. Они прибыли на реку Дон с Владимирской иконы Божьей Матери. А датой основания монастыря считается 1630 год, а с этого момента начинается история монастыря. Еще в Воронежской области можно посетить меловые храмы. Если кому интересно, я оставлю ссылочку под этим видео. Кстати, река Дон – это река без названия, а в переводе с осетинского, с аланского – Дон – это река. Вот, например, Цей Дон, Цей река, река Цей. Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею, за синим перекрестком 12 ветров, за самой ненаглядною зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами свиданье и разлука. Я здесь построил остров, ссылочки на видео Сочи я тоже оставлю под этим видео. Свиданье и разлука. Не присылай мне писем.